Всем привет, ребята! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Винечка, поздоровайся со своими подписчиками! Привет, привет! И сегодня мы будем развивать пространственное мышление. Немножечко пофантазируем. И вы увидите, как легко можно из подручных материалов сделать, например, золотую рыбку. Давайте попробуем, день. Вот это у нас глазки, кстати. Рыбьи глазки. Мы берем две пластиковые тарелки и клеящий пистолет. Одну тарелку мы оставляем нетронутой. А вторую от нее вырезаем четвертинку. Мы уже заранее подготовились, чтобы не тратить на это время. И сейчас мы склеим четвертинку тарелки с большой тарелочкой, да, Денюш? Представляешь, мы попробуем немножко пофантазировать и представить, что у нас пластиковые тарелки – это рыбка. Так, у нас готово основание для рыбы. Вот, смотрите, тут шар и хвостик. Вот она вот так вот плывет. Но пока что сложно представить, у нас нет ни глазиков, ни глазок, ни чешуи. Вот, давайте теперь клеить глазки и чешуйку. Чешуйка, поскольку у нас золотая рыбка, будет золотой. А глазки у нас обычные будут. Динечка, вот сейчас мы клеим глазки. Вот такие вот глазки у рыбки получились. Давайте посмотрим пока на нашу голую золотую рыбку с глазками. Теперь немножечко чешуйки приклеим. Кстати, у нас забавно получилось, как будто у рыбы носик. Обратите внимание. Денечка, смотри, у рыбы уже есть глазки, а сейчас у нее появится чешуйка. Чешуйку приклеим тоже с помощью клеевого пистолета. Одна на другую, нахлёст. Немножечко заезжая. Две чешуйки, правильно, Диня. А сейчас будет три. Дальше сколько будет после трех? Четыре. А после четырех? Как шесть? Не шесть. Твое любимое число после четырех. Какое? Нет, семь после шести. А после четырех идет цифра. Как три? После четырех идет цифра. Громко давай, с чувством, с толком, с расстановкой. Циферка. Динечка. После четырех какая циферка? Почему 10? А 5? 5, вспомнили. С папиной подсказкой. Пока мы вспоминали цифры, мама практически доклеила чешуйки. Можно немножко на хвостик, наверное, добавить. Чешуек. Чтобы у нас была такая нормальная золотая рыбка. Давайте пару чешуек на хвостик добавим. Динь, как рыбка делает? Ротиком, да? Вот примерно так. Давайте три чешуйки добавим. Наверное, уже можно показывать нашу замечательную рыбку нашим дорогим зрителям. Вот это у нас носатая веселая рыбка. Ты хочешь совсем заклеить? Смотрите, друзья, у нас получилась рыбка с выражением, с грустным. Точнее, с веселым. Это ротик, да? Давай вместе, Динь. Это что такое? Глазик. А под ним что, Динь? Под глазиком? Носик. А под носиком что? Вот это что такое? Это ротик. Вот у нас с помощью двух пластиковых тарелок и желтого листа бумаги получилась золотая рыбка с чешуей.
с глазками, с носиком и с ротиком. Вот Дениска пытается уже глазки оторвать нашей рыбке. Ну ничего страшного, мы всегда можем сделать новую. Денечка, что ты отрываешь сейчас? Глазки. Ну, дальше пойдет в ход нос, рот. На этом наш хендмейд на сегодня закончен. Рукоделие такое. Мы с вами прощаемся ненадолго. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Ну а с вами был Baby Go. До новых встреч, ребята. Пока-пока.